или тебе, а, тебе пою по-русски. Да. Да. Тебе пою, тебе пою, тебе пою, тебе пою, тебе благодарю. Господи, Господи, помилуй нас. Тебе пою. Вот, понимаете, такой этот самый, я бы сказал, такая композиция этого дела. Сейчас я только выну вот это мы. Это нам здесь не нужно. Никто не вернёт.
Спасибо большое. Я заключаю. Мой дух. Угу. Так хорошо говорите, что я... Хорошо говорите, что я хочу еще записать, чтобы детям это дать. Понимаете, что это ясность и вот эта девушка пела в церковь. Я все время там, да вот это... с отдачей, с такой, знаете, здесь должно быть мягкое, полнозвучно мягкое все время пение, все время, и это... Что мы погрузились в храм, зал, чтобы стал храмом. Угу. Непонятно, каким православным храмом. Вот. Это все в память Александра Сергеевича. И мотив не вернуться. И только ребенок, приобщенный к тайнам, плакал о том, что никто не вернется назад, понимаете? Угу. Это намек. Я убрал моряков, все эти, они сюда, блоковское зерно блока, не полностью взят блок, а именно зерно его, причем девушка пела в церковном хоре, это мы просто видим, как она поет, тебе поем, тебе поем. Тебе благодарим, Тебе благодарим. Господи, Господи, помилуй нас. Хорошо. Вот. И оно не длинное. Это, так сказать, оно весьма... Ну, там есть восьмизвучие, так сказать, это все дивизии, но это у вас все в полном порядке. В этом смысле. Я так ощущаю, что это будет довольно красиво звучать. Все. Знаете, зал, воздух должен быть заполнен звуком с небом, который связан. И это белое платье, обязательно белое, платье, белое хорошо. Платье. Это должно быть, это кусок какой-то, вы знаете, чистой веры внутренней. Не отягощенный ни службой, ничего, а только духом. Угу. Вот что собой представляет. Я вам это отдаю. Спасибо большое.